урбанистическая фантасмагория в стиле дизель-панк. Когда свободно такси, шофер достает железный ключ. Из-под ног достает железный лай, и железный замок отмыкает ключом. Полагая плечом, он достает из моря пинцет, две отвертки и шуруп. Затем железного кота укрепляет его на приборной доске. Шофер отдыхает, не дрожит, а кот открывает правый глаз, и зеленый огонь виден издалека. Глубине тупика, но пассажир не идет, шофер издает глухой щелчок. Затем демонтирует кота, кот в железном ларе тоже щелкнет пять раз. Каков на пустынном дворе, чёрт где-то в ларе. Большая звуковкладочная артия имени пастора Шлага. Браво!